Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ, продолжаем с вами проходить Far Cry 5. А чё мне только? А где мой пекаль? Отдыхай. Нам с вами надо цистерны захватить, да? Обыскать. Так. Может быть, надо просто... А, вот так, ясно. Так, боеприпасы для дробовика. Это сейчас зажигательные. Сейчас посмотрим. Да, сейчас он поставил зажигатель. Надо понять, как с этим меню работать просто. Пуля для дробовика. Угу. Так, ну... С деньгами все неплохо. Точнее, все не очень хорошо. Это все? Да, этого положили. И вот она, цистерна с топливом, по-моему, да? Так, ну-ка. Так, ну-ка. Каким образом ее захватить? Кто-нибудь мне объяснит? Водилу, наверное, надо убить. Ну-ка, иди сюда. Что происходит? Он ушел, что ли? Нет, мы забрали, сейчас заберем. А ну сюда иди. Что здесь, будет взрыв? Да. Ну давайте, ладно, аптечку используем. Хотя зачем? Как думаете, нас убьют? Он потух. Да, он все, он готов. Ну-ка. Заткнитесь, пожалуйста. Да, короче, просто угоняем, убиваем водилу и все, погнали. Недалеко тут, недалеко. Да, мы приехали очень быстро, надо сказать. Хорошо, сейчас вот повернем, припаркуемся и все будет хорошо. Что там, сколько он дает? 75? 60 же давал. Итак. Объясните мне, я не понимаю. Пуля для дробовика, боеприпасы для дробовика. В чем разница? Что за чушь вообще? Это смешно. Просто. Есть? Есть. Теперь, что нам надо? Я думаю, что нам вот этот лесопед нужен. Который открытый, который не машина. С ним будет проще захватывать. Хорошо, давай. Погнали. Сейчас найдем этих деятелей. И заберем. Заберем и угоним цистерну. По газам называется, да, задание? Замечательно.
Газовик, что ли? Ты никого не позовешь, это будет последнее, что ты в своей жизни никчемной делал. Меня убили? Ну, конечно. Я думал, там никого нету. Ладно, сейчас разберемся. Сейчас разберемся. Я думал, пулеметчика там нет. Их прикольно лутать, деньги на них прикольно зарабатывать. Не понял. Это мы где вообще? Это что вообще? Угу. А, вон дорога. Записка выживальщика. Сектанты что-то подмешивают в воду. Я заперся здесь, чтобы им помешать. Снаружи дверь не открыть. Ну ладно, пойдемте. Может, говорит, прострелите. Ну-ка. Угу. Наверх, если подняться, на снайпер может стрелять, да? Прострелите замок. Каким образом? Ух ты ж. Без пулемета, да. Вышел. Отдыхай. Привет, пупсик. Паразиты. Просто паразиты. Мне не нравится баланс нашего счета. Так, это кто? А, это никак не обозначается. Прострелите замок. Каким образом я его прострелю? Так, это что у нас? Ну, это продуктовый. Ну-ка. Местный житель, не знаю. Так, сейчас надо вот с этим будет разобраться. А что такое? Почему машина не поворачивала? Я не понял. Что за бред? Ладно. Живой еще? Да давай, да вытащи ты оружие. Да что-то, вот, выходим. Ты что такое? Хорошо, опять меня убили. Вообще непонятно почему. Он просто что, стрёмно на короткое время вытаскивает пистолет, а потом его кладет обратно. Так, надо идти найти цистерны с горючим. Побеспределить не получается пока на дорогах. Игра, ну давай быстрей. Так.
Какого резервуара? О чем речь вообще идет? Где наше задание? Да. Так, где у них там? Что тут? Так, вот нам надо захватить. Ну, это мы сейчас взорвем. Я не понял, она что, что, никак? А что там? Я думал, там что-то взрывается. Ну, замечательно. И что? О, поломалось. Ну-ка. Читать. Призыв к жатве. Коллапс грядет. Иоанн хочет, чтобы мы свезли сюда как можно больше удобрений, пропитанных блажью. Осторожнее, она взрывоопасна. Вместе мы придем к Атамадема. Так, что здесь? Труба. Ну, такое себе, да. Ладно. Пойдемте грузовики искать. Мне не нравится, что он очень быстро убирает пистолет. Все. Так. Житель, здорово. Хорошо. Я уж думал, что я труп. Привет. Я видел, как сектанты ворвались на ферму Санрайз. Ты в очках был в плену, да? И начали складывать всю еду в грузовики. Сделай что-нибудь. Угу. Аванпост. С аванпостом тоже разберемся. Так. Меня грузовики очень сильно интересуют. Где они? Я их не вижу. Я грузовики не вижу. Не вижу, не вижу. А мы сейчас где? Угу. False End. Проехали. Ну, это аванпост. Ладно, едем. Может, сейчас появятся грузовики с горючим. Ну где? Вощевый, вощевый. Этот вещает. Ух ты. Видали? Вылез. Медведь, медведь. Угу. Чудесный мост. Так. Что это такое? Помер, наверное. Я думаю, да. Все, мясо. Не, ну вы видите вообще? Так, ну вот мы приехали до False End'а. Круг сделали и приехали. Но грузовиков я не вижу. Вообще. Давайте посмотрим, может какой-то все-таки вылезет. Дорога здесь простенькая.
Где они там? Угу. Это конвой? Так, у них пулеметы. Так, это не бензин. Они мне колесо прострелили. Тут, оказывается, можно колеса простреливать у грузовиков. Как интересно. Как интересно. Не знал. Они могли бы помочь нам. Тебе никто не поможет. Пожалуйста, помоги. Так. Вы посмотрите на это, да? Придурочный. Спасибо. Давай. Здесь кто-то есть еще? О, или нету? Тут. Плохо, что здесь ключевые предметы как-то не особо подсвечиваются, либо подсвечиваются, но я не сразу их вижу. Так, чё, как думаешь, машину где взять? В фолс-энд переместиться? Рад, что ты на свободе. А должен в тюрьме сидеть? Так, нам опять напоминают, с какими мерзавцами мы имеем дело. Ну, вот что-то здесь я вижу. О-о-о, сейчас постреляем. Пойдемте, сейчас их будем оттягивать и убивать. Оу. Серьезно? Ух ты, там снайпера даже. Он живой? Я не понял, а почему, каким образом? Я в упор в него выстрелил. Чё за бред? Сегодня, короче, вообще куча смертей. Да. Ну, это очень странно. Я отомщу, естественно. Конечно, я отомщу. Знаете, что я не понимаю? Я жду вас! Меня потеряли из виду, да? Так. Этот мы вырубили. Коробочки, значит. Оживились, смотри, как оживились. Там есть еще бочка? Но пистолет у нас, конечно, слабенький. Ну ладно, это ничего страшного. Там снайпера. Ну с ними мы тоже разберемся. Ох, лук хочу. Хорошо. Вот это меня устраивает. Так, ла-ла-ла. Да. Где снайпер? Они сюда идут? Ага.
Положил. Отлично. Подмога приехала. Ха-ха-ха-ха, не попадешь. Наши ребята приближаются с юга. Серьезно? Ну привет твоим ребятам. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ну давай быстрей. Там кто-то в атаку обещал пойти. Серьезно? Они так орут, как будто бы где-то рядом. Снайпера вижу. Ха-ха-ха-ха. Сколько их там? Он меня сквозь траву увидел, да? Прекрасно. Ага. Интересно. Это очень интересно. Покажите мне, где эти снайпера сидят. Ага. Смотри-ка. Ладно. Снайперская точка ликвидирована. Правильно? Да. Он там один был. Мне кажется, он не один был. Все? Или еще есть желающий сдохнуть? Серьезно? Все? Отлично. Ну-ка. Так, откуда спереди? А, вот он. Ага, ага, как же. Где они там? В чем проблема? Почему он до сих пор живой? Мне кто-нибудь объяснит? А, он типа бронированный. Вот это забавно, конечно. Ну ладно. Мы медленно, но неотвратимо. Так, что у нас там? Гранаты, да, гранаты. Положили. Не хочет он сдохнуть, да? Ну давай, на гранатку прям. Вы это видите? Не, он реально жирный. Броневой. Ну ладно. Ну ты сдохнешь, нет? Это было забавно. Ну мы почти пистолетом вырезали весь аванпост. Надо сейчас посмотреть навыки. Могу ли я открыть дополнительную ячейку? Я хочу взять лук. Лук хочу.
Так, ну что, пойдемте спустимся, я думаю. За аванпосты мало дают. А ну тут же все равно ничего не будет, да? Этот эгоист, пастор Джером, сбился с праведного пути. Да что ты. Если бы он и впрямь посвятил себя Господу, люди не оставили бы его. А ты, помощник, все равно признаешь свои грехи. Потому что так повелел отец. Как я рад тебя видеть. Да, давай. Подожди. Ой, сколько заданий, какая прелесть. Мне просто пока нравится здесь воевать. Так, читаем. Приказ секты, братья и сестры. Теперь мастерская принадлежит нам, и настало время позаботиться об обороне. Половина из нас присоединятся к конвоям, остальные будут работать над богословом. Благодаря этому грузовику мы обратим в бегство тех, кто противостоит отцу. Когда богослов окажется на ходу, мы сможем защитить всех верующих от сопротивления. Что за грузовик? Вот это что ли? Так, что у нас тут в магазине есть? Давайте смотреть. Боеприпасы. Ну, аптечка у нас есть, пока не надо. Что это? Патроны для дробовика. Вот он показывает, что у нас их 9. 14. Давайте смотреть. 11. Патроны для дробовика. А в чем разница между боеприпасами и патронами для дробовика? Я не понимаю. Куда его дели? Пуля для дробовика. Это очень сложно. А я чем стреляю? Я все ничего не понимаю. Никто не видел мой отряд. Нет, никто не видел твой отряд. Не сможешь помочь? Каждый раз что-то новое. Что это? Американские побольше автомобили. Таких, угу. Хорошо. Мне нужна помощь. Так, а здесь что? Читать. Так, народ, эти ребята из Врата Дема начали на нас давить, причем в наглую. Сперва они хотели больше металлолома, чем у нас есть, а теперь вздумали выкупить мастерскую. Сэм сказал, что машины, на которых они приезжали, были укреплены, обшиты железными листами. Зачем им бронированные тачки? Вообще ничего не понимаю. В следующий раз, когда они появятся, скажите, чтобы катились куда подальше. Больше с Вратами Эдема не работаем. Ну, понятно. Так, оружка. Нескольких человек. Не знаю, как. Вот же встряли. Здорово стреляешь. Спасибо. Пожалуйста. Так. Боеприпасы. Что у нас там? Боеприпасы для дробовика. $200. А хорошо, допустим. Допустим, вот. Есть как-то. Это не то, не то, не то. Для пистолета что-нибудь есть? Это что? Бронебойные пули, бронебойные пули для пистолета. Угу. Не, нету. Еще тратить деньги я не буду, нафиг надо. Так, что у нас здесь есть из добычи? Это все, наверное, ценное. Так. Хорошо. Здесь есть что-нибудь? Ничего нету. Так, давайте очки смотреть. 5 доступно. Это вот что у нас? Это бой? Так, стоимость. Вы быстрее. А. Хорошо, понятно. А где разблокировать дополнительный? Так, вы можете носить больше предметов до 5 аптечек. А здесь что? Больше патронов. Мне нужно именно большое количество оружия. А что это такое? Это что? Разброс уменьшен. Это ерунда все какая-то. На количество оружия. Где здесь? Это что? Для винтовок. Третье оружие любого типа. Вот что нам надо. Селектор оружия. Вот это нам надо. Сколько он стоит? 8? Отлично.
Хорошо, еще надо 3 очка навыков. Но это мелочь, мы это сделаем. Так, что у тебя есть? Давай. Еле жив остались. В доме Ларри как-то странно мигает свет. Они угнали мою тачку. Но мне кажется, что он опять принялся за свои эксперименты. Надо проверить, как он. Окей. И что, и где он? Живее! У нас нет времени. Охренеть. Ларри Паркер, что у тебя есть? Сделаешь мне одолжение? Давай. Спасибо за помощь с адемщиками. Мы с отрядом обороняли мастерскую, но их было больше. Нас поймали и заперли. Они решали, кому из сидов нас отдать. Иоанну, Иакову или Вере. Если сможешь найти и спасти остальных, я буду очень благодарен. Мне нужно время, чтобы перевести дыхание. Так. Найдите... Ого. 61 метр. 22 метр. Я думаю, что вот тут. Береги себя, слышишь? Если бы не ты, они бы победили. Зашибись. Может быть, здесь что-то из патронов делается? Нет. Нет, кстати, нет. Пойдемте. Вот сейчас вот здесь, не отходя от кассы, быстренько делаем. И как это, простите, понять? А, 3 выстрела, нормально. Шкура черного медведя. Так, здесь, я так понимаю, да? За мной медведь гонится, сделайте что-нибудь. Давайте. Я пленников искал. Шкура черного медведя. 2 очка навыка получили. Прекрасно, пойдемте. У нас 2 пленных есть, сейчас 3 пленных освободим. Нет. Ну и. А, наверное, надо куда-то. И что, обратно мы не можем? Спасибо тебе за фолс энд. Пожалуйста. Ключ должен быть спрятан где-то за прилавком. Да он не спрятан. Извините, женщина. Божественное задание. Ай, $800. Так, нам что-нибудь отсыпали? Да, $800. Хорошо. Американские автомобили. Вот же встряли. Да, нормально. Боеприпасы. Давайте. Куда его дели? Вот я сейчас что использую? Боеприпасы для дробовика. Как дела, а что такое пули для дробовика? Фиг его знает. Так! Они угнали мою тачку. Сейчас разберемся. Авторские права. Авторские права, да, будут. Лесопилка, это мне не надо. Слушайте, цистерна где-нибудь появится, нет? Цистерна! Что-то как-то мало их. Не боюсь, не трону.
Как назло. Ой, извините. Так, у нас еще одно очко навыков. Это не цистерна. Это фигня какая-то. Выходи. Ну-ка. Ай-яй-яй, это было серьезно, это было больно. Кто там? Сажай. Вот так. Я вертолёта вон сбиваю. Все. Ну-ка. Ха-ха-ха-ха-ха. Вы это видели, да? А где ты вообще? Житель, который спасен. Свалку Дода как раз собирались привезти. Давай, ага. Это кто? Чемпионщики сжигают все плоды нашего труда. Это наши. Ладно. Вы видели, да, как мы преуспели? Вертолеты сбиваем. Вообще просто ад. Хочу вам сказать, что с помощью левого борта кнопки стрелять крайне неудобно. Так, а вот и фура. Поехали. Да, опять он не стреляет. Выходи. Давай. А кто меня убил? Непонятно. Абсолютно непонятно. Совершенно непонятно. Он не стреляет с машины, я не знаю почему. Так было круто, я нашел машину. Ну и где теперь я эту автоцистерну найду? Умники. Замечательно. Это какая сегодня смерть? 25-я за серию? Здорово. Ну, с левого борта стрелять неудобно. Там же, понимаете, не ЛТ, не РТ стреляет, а борты. Ну, что там, они будут выезжать, нет? Машина где? Это нормальный мирняк. Уехали?
Угу. Так задумано. Чтобы у тебя в глазах потемнело. Хорошо. Так. Сегодня прям угибнем, как я не знаю кто. Где цистерна? Вот так. Как это кто? Я? То-то-то-то-то-то. Цистерны где? Это было зря. Узнайте, в чем дело. Я в укрытии. Азотный ускоритель. Мы ушли. Подкрепление. О, ща приедут. Ща будет очередная войнушка. Ну, до свидания. Одним хмырем меньше. Это подкрепление? Да. Ну-ка. Эту я, вот эту башню я видел, которая слева. Вот она. Тут где бензовозы? Я надеюсь, он помер. Но судя по тому, что стреляет, он живой. Ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло. Бензовозы! Здесь есть тупик. Обнаружено новое место. Дурман. Печально. Автоцистерны не вижу я. А, это эти с пулеметом. Конвой. Ну что, все, меня убили? Я думаю, да. Ну, конечно, конечно. Я хотел их протаранить, а не получилось. А где цистерны? Я прям очень хочу закрыть это задание. Вон дорога. Американский баррибал. Спортсмен. Так, это False End? Нет, это магазин. Где наш вот он, False End? Обидно мне, что я не могу из окна стрелять нормально. Ну давай. Ай. Так, у нас есть самолет. Да, наверное, есть, но мне не нужен. Так, ну-ка.
Мне очень сильно нужен этот. Вот, вот он мне нужен. Вдоводел. Так, ну-ка, иди сюда. Так, это табло пулемета. Зелененькое, да? Что это было? Это я. Но я не хотел. Вот. Ну-ка. Нормально. Кинули динамит. Ну, это хорошо. Ну, что такое? Давайте. Вот я это вот все это время я держал кнопку нажатой. Блокпост уничтожен? Ой, какая прелесть. Так, едем. Неплохо. Вот и я, да. Все, готов. Хорошо. Вот так, отлично. Я доволен. Там, наверное, что-то ценное было. Сдохли они? Мирный житель спасен, прекрасно. Что там такое? На шипы, что ли, я наехал? Ну, судя по всему, да, у меня, наверное, колесо спустило. Ну, сейчас нормально стреляет. О! Ой-ой-ой, какая прелесть. Автоцистернами и не пахнет. Это говно выжило, что ли? Оно выжило, надо же. Куда тебе? Бензовоз, ты где? Это очередной товаровоз? Да ты будешь стрелять или нет? Ну-ка, что там? Горелка нужна. Угу. То есть здесь что-то может перевозиться. Какой-то типа ценный лут. Ну-ка, давайте колеса осмотрим. Да вроде нет, вроде нормально все. У нас была прекрасная возможность автоцистерну снести. Ну, видите как. Да что такое? Я просто тренируюсь. Сдохли? Наверное, да, сдохли. Да, автоцистерн нету. Так. Плохо. Что автоцистерн нету? Сейчас вроде нормально.
все. Не уничтожили мы. Опять нет. Сейчас будет взрыв. Конечно. Ну извините, я ничего не мог сделать. Он сам полез. Так, я с твоего позволения. Коровушка, да, тебя перееду просто. Хорошо. Да. Грустно. С аванпостом тоже разберемся. Но печально, что в этой серии мы с вами не грохнем эти грузовики. Очень печально. Это что, еще один аванпост? Это наша территория. Куда ты лезешь? Объясни мне. Вот куда? Да. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Яндекс.Дзен. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.